просто люби. Знаете, я вспомнил, когда Иисус Христос встретился с Иудой последний раз. Это была интересная встреча. Иисус Христос говорит ему: «Друг, для чего ты пришел?» Не начал его укорять, обзывать, кричать на него. А вот так просто. До последнего любил. До последнего любил. И я думаю, нам для каждого из нас очень яркий пример того, что мы должны любить и своей любовью показывать путь к Богу. Иногда так хочется, чтобы человек поменялся, услышал, понял, что неправильно делает, и мы можем на этом концентрироваться, думать об этом, говорить другим об этом. Вот если бы он понял, или она, что вот так говорит о мне плохо, или так поступили со мной плохо. И можно в этом, знаете, так жить жизнью, исполненной какой-то горечи, обиды. А можно просто продолжать любить этого человека и просто молиться. И у меня были случаи, когда люди, которые ко мне относились очень-очень плохо, я хотел поменять эту ситуацию, хотел как-то им и говорить. А потом просто Бог в моем сердце начал говорить, что просто любить их. Я перестал ждать того, чтобы вот когда они искренне попросят прощения за то, что сделали неправильно. Я не дождался. Может быть, когда-то Дух Святой побудит их сердца и даст им это покаяние. Я не дождался этого. Знаете, молитва – это не только открыть дверь. Знаете, когда закрытая дверь, и вы хотите, чтобы эта дверь открылась. Молитва – это не только открыть эту дверь. Молитва – это иногда просто включить свет. Просто там, где было темно, включи свет, и там будет светло, там будет тепло. Друзья, вот Бог меняет нас.